Здравствуйте, участники международного музыкального вокального конкурса Golden Talent, Золотые таланты. Я Дмитрий Гончаров, генеральный продюсер радиостанции Сфера Мьюзик. В качестве члена жюри удостоен чести огласить имена тех, кого мы считаем наилучшими в данном сезоне, в данном конкурсе. И хочу похвалить всех вас, дорогие друзья, за то, что вы правильно делаете, что принимаете участие в подобных конкурсах. Каждый ваш конкурс – это как новый вбитый кирпич в той самой стене вашего будущего артистического творчества. Или кирпич на площадке, на той самой сцене, на которой вы в ближайшем будущем будете выступать уже как артисты. И некоторые из вас, на наш взгляд, не то чтобы без пяти минут, без одной минуты уже готовые артисты. Но продолжайте принимать участие в подобных конкурсах и набирайтесь опыта. Ну а мы, как радио Сфера Мьюзик, всегда будем рады вас рассказать. Итак, разрешите мне огласить те самые имена, которые мы считаем лучшими в данном сезоне. Майдана Цветцова, Ольга Ильенко, Амелия Небесная, Валерия Боченко, Анна Юркевич, Элина Хайрулина, Ник Соколов, Квалиджа, Елена Верстак, Анна Даммер, Каролина Насибян, Алена Поль, Анастасия Никитюк, Анастасия Радкина, Людмила Голубева, Елизавета Амельяненко. Вот это имена тех, кого мы считаем лучшими в данном сезоне. Продолжайте, друзья, в том же духе и доказывайте миру свой талант.